Франция вползает в рецессию. Центробанк заявил, что по итогам текущего четвертого квартала вторая экономика еврозоны сократится на 0,1%. Предыдущие 9 месяцев рост был нулевым. Еще один квартал снижения объема ВВП, и можно будет говорить о рецессии. Признаков ее все больше. Так, в сентябре промышленное производство в стране рухнуло на 2,7%. Впрочем, правительство все еще рассчитывает на слабый экономический рост на 0,3% по итогам всего года.